Когда я был маленький, мне мама давала кусок хлеба, выпеченный своими руками. И самое вкусное было намазать на него масло и вот так вот сверху полить варенье. Объедение. Ой, а у нас для вас. О, красотища. А? Сидим дружно, товарищи Сталин. Котов. Внимание! 22 июня немецко-фашистские захватчики без объявления войны вероломно вторглись на территорию нашей Родины! Война! Война! Пожалуйста, товарищ Арсентьев, что вам известно про судьбу комдива Котова? Товарищ Сталин, бывший комдив Котов, в соответствии с приказом от 24 июня 1941 года, был расстрелян в особом лагерном пункте 57/64. А в нашем сведении Котов не был расстрелян в 1941 году.